Два дня назад этот мир покинул выдающийся футболист Юрий Пудышев. Он не дожил до своего 70-летия 3 года. Так что же стало причиной смерти известного футболиста? Футболом Юрий Алексеевич заинтересовался еще в детстве. Первым профессиональным футбольным клубом, где стал играть Пудышев, стал легендарный московский «Динамо». Туда он пришел играть в 1973 году. Спустя 3 года мужчина перешел в минское «Динамо». С клубом из столицы Беларуси связаны самые лучшие спортивные годы Юрия Алексеевича. В 1982 году футболист именно в составе минского «Динамо» стал чемпионом СССР. После завершения карьеры профессионального игрока Юрий Алексеевич стал тренером известного в Беларуси клуба «Батэ». Все, кто знал Юрия Алексеевича, отмечают его работоспособность, требовательность и вместе с тем доброжелательность. К сожалению, пока неизвестно, от чего умер Юрий Пудышев. В официальном сообщении о кончине футболиста говорится лишь о том, что его сердце перестало биться. Выражаем слова искреннего соболезнования всем, кто близко знал и работал с Юрием Алексеевичем Пудышевым. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.